Сейчас перед нами аквариум объемом 200 литров. Здесь живут рыбы похожие, но есть и некоторые другие, которых нет в другом аквариуме, тех, которых мы видели раньше. Вот эта рыба называется конго. Они населяют среднее течение реки Конго, и поэтому так были названы аквариумистами. Здесь тоже семья юридохромисов. А вот эта красная с полосками, это ангола, ангольский барбус с республики Ангола.